Ложись! Здорово, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Макфлай. У меня сегодня забавное видео должно получиться. В общем, мы передачу снимаем для канала ОТР. Я типа актер. Мне выдали бердыш, сейчас переоденут. За моей спиной сторожевая башня Белгородской засечной черты. И мне сейчас предстоит отыграть, собственно, стрельца. Вот так вот. Вот так, кстати, выглядит бердыш, если кто не знает. Вот, возможно, даже постреляю из пушки. Погнали! Так, идем в башню. Башня была построена в этом году. Кто не знает, что такое Белгородская засечная черта, обязательно надо узнать. Это одно из самых крупных фортификационных сооружений вообще планеты. Если взять всю черту, всю длину, то она сопоставима по размерам с китайской, великой китайской стеной. Вот, до сих пор осталось много валов, рвов. И вот ребята восстанавливают. Так выглядел в 17 веке сторожевой пост на границах России и Дикого поля. Вот так, друзья, выглядели стрельцы. Ну и я, по идее, тоже сейчас должен так выглядеть. Вот здесь такое достаточно скудное убранство. Иконка, какие-то лари. Ну, это все в музейных целях, естественно, построено. Экскурсии водят. Так, второй этаж. Свет где-то вот тут включается. О, смотрите, какая красота. Копья. Шашку. Шашку можно взять. Или нельзя? А, можно. Хоп. Смотри, друзья, какая штука. Прикольная, да? Классно, когда музей принадлежит твоим друзьям. Это аргамач, друзья. И можно трогать экспонаты рукой. Все, на место пошли. Облачение стрельца. Посмотрим. Сапог нет. А то есть вот фляжечки. Бердыш. Ну, какой-то он немножко не такой, зато кованный получше того, который у меня сейчас был. Пару пушек. О, экспонатики. Это кандалы. Ну, это все конское. Кандалы. Здесь подковы, крестики, пули, ядро и немного гвоздей. Колчан со стрелами, смотрите. А, по стрелам. Видите, какая штука. Специально было сделано. Стрелы были многоразовые сами по себе. То есть их можно было потом поднимать, стрелять. А вот наконечники делались вот такими. Не фиксировались. И, соответственно, они потом оставались в теле врага. Вот. А еще перед тем, как стрельнуть, можно было в землю воткнуть или, прошу прощения, в какашки, чтобы железобетона было заражение. Вот такое оно. Достаточно легкая стрела. Ну и пойдемте, наверное, наверх поднимемся, раз мы всю башню решили исследовать. Оп-оп-оп-оп-оп. Вот здесь стояли стрельцы, да? Да. Это, получается, первый Романовы. О! Набат. Прикол. Давай, давай еще. Извините. Друзья, ну а вот, собственно, археологический парк Аргамач. Я о нем часто рассказываю в своих роликах. Вот эти бревна пойдут на чистокол. Чистокол будет вот здесь. Тут, кстати, смотрите, еще есть реконструкция ловушки. Да, тоже на подступах к черте, чтобы конница не проходила. Вниз спустимся, покажу. Вот. А там, похоже, вторая башня, да? Да. Ну, а вот. Или городок. А вот чистокол уже, да. И пойдет до чистокол. И там будет стоять вторая башня. Совсем скоро здесь будет прям Белгородская засечная черта. А здесь, кстати, курган, ребята, насыпали. Вот, и фестивальная площадка. Если слышали о фестивале Вереск, например, то он проходит вот здесь. Облачаемся для съемок. Со всех сторон получаются эти, как назвать? Овраги. Речки, овраги, ручьи. Пока все это пропрешь. Так, а толстовку снимать? Ты застегнешься, да не снимай, надо. О, с лисою. Да мне что-то это, великоват. А это такие рукава, наверное, модные так были. Модно было? Что это вообще? Вот сюда руки. А, о, лихо, одноглазый. В дырку свалишь.
Да подожди ты в дырку. Я в дырку попасть хочу, и свалиться не хочу. А как с такими рукавами воевать? Чего это? Ну? Ну все, стрелец. Молодец. Это ты, наверное, офицер стрельцов. Младший офицер. Младший лейтенант. Мальчик молодой. Так, что делать? С бородой. С бородой, да. Все. Посмотри вокруг, вот так вот, да. Ну, нет, кстати, не особо жарко, я бы сказал, в нем. Ну, леса греет, а вот внизу холодит. Зачем рукава? Зачем рукава? Ну, вообще, архи, неудобно подниматься по этой лестнице с такими рукавами и с таким полом. Это... А разбиться можно в лед вообще. Я не знаю, это прям не военная одежда, если честно. Татары! Татары! Эй! Уснули? Скажи, тревога. Тревога? Нет, тревога, это тогда надо колотить. Чё? Получается, бердыш сверху вот так вот ставилось. Вообще неудобно. То ли я коротковат. Ну и как-то вот так вот, да? Война-то разная была. Война разная была. А тут какая была война? Ты как специалист сейчас сказал. Да вообще. Ну не то, что сейчас. Война-то разная была, ребят. А тебе один раз, ладно, стреляли, чтобы шумно было. Да, и все. Они же, блядь, заряжать. Ты что, думаешь, ты потом убегал? Там в траву залегал? Ну то есть там смысл был один залп. Да. Дальше это дело сбрасывается, грубо говоря, да? В идеале там второй чувак, тебе второй в этот момент заряжал. А, вторая линия стоит. Заряжал. Ну, это сбрасывается, и все, и я вот так воюю. Потом потерял это, и этим воюю, получается. Тут такой, наверное, принцип. Красота, да, друзья? Заметьте, кстати, у меня костюм воевода, я выяснил. Сейчас я, типа, главный. Да, даешь наказ. Сейчас, обсудите там, где кто татар видел. Че нам надо? Давай, список. В Москву пишем список. Че? Вспоминай все. Фильм Иван Васильевич, меняет профессию. Что там говорит? Короче, смотри, все, кроме яблок. Яблок в достатке. Яблоки уродились. Ночи. По нынешнему году. Гружбы нам. Да картохи поболее нам. Картохи не было. Картохи вычеркнуть. Незнакомый фрукт. Жалование. За прошлый за год. Лето. За 6387 задержано. Выдали яблоками. Очень интересно в плане вот здесь по-настоящему, да, вот пока ты не нацепил на себя вот этот наряд, ты даже не понимаешь, как это все происходило. То есть вот даже вот сейчас на съемках я одел, прошелся по лестнице, понял, что вот эти рукава это максимально неудобно. То есть каким образом в 17 веке вот так ходить? Ну видно, у меня же все-таки вот на мне сейчас костюм воеводы, то есть вероятнее всего воевод наверх совсем не поднимался. Уже можно сделать такой вывод. Потому что это неудобно, просто тут воевод не напасешься, они скорее всего будут падать и разбиваться каждый раз. То есть воевод где-то вот в этой комнате. Сидел, вот, писал письма, говорил, что яблок много. Это элемент реконструкции, как бы, и туризма, и старик. Да, это вот, это та самая живая история, это по-настоящему. Это подержать вот ружо, да? Вот ты его в музеях видел 100 раз, на картинках видел, а вот что оно весит достаточно прилично, и с ним особо не повоюешь. Тот же самый бердыш, ну, при моем росте, не знаю, как воевали, потому что я его вот попробовал, как на манекене, за спину закинуть, так оно по земле волочится, ну невозможно. Или как бердыши по росту каждый себе подгонял, тут тоже вот вопрос. Сколько вот сразу исторических вопросов возникает, да, просто померил костюм, грубо говоря. Так, друзья, музейчик на первом этаже тоже есть. Здесь вот всякие по дереву резать, пилы. Я, кстати, как-нибудь расскажу вам, где мы нашли этих пил. Рубаночки. Всякие. Ух, оружие. Смотрите, сколько оружия. Топорик. Да. Можно воспользоваться возможностью. Снять топорик. Вот так, друзья, выглядел. Боевой топор. Опа. Что там прикольного, ты говоришь? О, да, оружейница. Только я не пойму, как в нее заливать. Пульки отливать. Сверху. Закрой. Ну, закрыть. Да какой-то ну, и вот сюда, должен... вот сюда вливали и все. Просто сюда лили. Вон получается что. Так. С одной стороны залили, перевернули, с другой стороны залили. Отсюда что? А вот эти, а вот литник. Вот чем лили, получается.
А ты хрен попадешь там. Ну то есть. Так и вот. Не, ну, щик. И все. Тогда и... все приблизительно на глаз делаю. Да что, свинец, ты в детстве все свинец заливали, что там делов-то? Так, альчурочка. Шляпу другую будешь мерить? Шляпу? Да. Не. Ну можно, кстати, одеть, пойти стрельнуть. Это короткая, как ты говоришь, в армии, а это такая разболшнялная. В Усманском музее есть... Испанский конкистадор. В Усманском музее хранится кольчуга времен засечной черты. О! Хуюга. Вообще тебе идет. Ходи в ней. Бля, а вдруг разорвет? Да хватит это. Так, народ, смотрите, это же для кино, поэтому это просто петарда, вот такая вот петарда. И мы еще втолканем в пушку и... Ты в штатный, кстати, ты младший. Иди! Стреляй! Чё, чё, куда, как? Чё, куда, как должно быть? Олег, зажигай мы туда фитилёк и прям туда, Артём. А то! Вода! А чё, как? Ну и после выстрела скажите что-нибудь такое очень, типа, круто, типа, как будто правда... Да страшно! Ловы! Слушай, ну побахнуло нормально, да? Да еще! Еще, Лерья! Готовы! Татары не отошли, мы продолжаем! Виктор, послушай. Пока вы там поджигать будете, Москву возьмут. Тихо! Не получилось! Еще есть? Давай. Ты главное смелее проталкивай. Вот это ты, блин. Вот так вот несчастные случаи на стройке и случаются. Поехали. А ты еще и смотрел? О, нормально. И. Друзья, это было круто. На самом деле. Пусть петарда, но все равно прикольно. Вот так. Очень круто. В общем, друзья, вот так мы сегодня поснимали. И из пушки постреляли. И в костюмах походили. Подписывайтесь обязательно, друзья. Где вы еще такое увидите? Ну и поставьте лайк. Поставьте лайк. Вам же не сложно. А у меня от этого просмотра увеличится. Миклуха Макфлай, любите историю. Пока-пока. Ну и самое главное, друзья, если хотите так же, как я, пострелять из пушки, походить в костюме, приезжайте в парк Аргамач.